Oh Lord, hear me turn these words into a song for them to sing along to when I'm gone. На самом деле, все произошло не так быстро. Когда я учился в институте, то подружился с моим другом и соратником Дмитрием Крикуновым. Однажды мы встретились в пиццерии «Доминос» на Дубровке, где и решили сделать что-то интересное, большое и вкусное. Уже через неделю мы встретились с Еленой Ивановой и стали первыми франчайзи «Доминос» в России. При принятии решения для нас были важны такие вещи, как стабильность компании, растущий бизнес, понятное управление и, конечно, вкусная пицца. Путешествуя по миру, мы видели пиццерии «Доминос» в каждом городе. И у нас всегда был вопрос, что это. Ну, мы пробовали, но, естественно, там специфика была своя. Когда мы здесь увидели новую развивающуюся франшизу, мы решили попробовать. Женя на тот момент, в принципе, пиццу не ел и не любил ее. Но когда он попробовал ее вот здесь, как раз именно в этом ресторане, он так вот поднял два пальца вверх, сказал: «Я в деле». Направление «Доминос пицца» – это единственное направление в нашем бизнесе, которое я одновременно и люблю за его структурированность, понятность и доходность, и ненавижу за его отличный вкус. Мой путь в «Доминос» был весьма активный. Мы достаточно быстро зашли на обучение. Я променял свои рубашки и галстуки на поло и кепку. Обучение проходило интересно, но не все давалось легко. Свою сертификацию я сдал только с третьего раза. Но, несмотря ни на что, ни разу не пожалел о своем решении. Здравствуйте, меня зовут Иванова Елена, я отвечаю за маркетинг в компании «Доминос Пицца». Сегодня, дорогие друзья, я имею вам честь рассказать замечательную историю начала наших партнерских отношений с Евгением Левиным. Это было как в голливудском кино. Прекрасный вечер, ресторан «Щербаковская». Тут открывается дверь и заходят они. Два энергичных, красивых, молодых парня, у которых горят глаза. И в эту самую секунду я понимаю, что это именно те партнеры, которых мы хотим видеть в системе. А это было особенно важно, потому что мы только начинаем франчайзинг. И ни разу ни я, ни компания мы не пожалели о том, что мы заключили с ними договор, потому что столько, сколько они дают «Доминос», сколько инноваций они готовы внедрять в своих ресторанах и на каком высоком уровне ведется в них операционная деятельность, это, можно сказать, просто практически мечта. Поэтому, Женя, ты просто супер, мы тебя любим. Больше всего я ценю свою команду. Команда – это то, что позволяет достигать результата. Ведь именно наши люди – самое ценное, что есть в компании. Каждый вносит свой вклад в общее дело. Разве возможно развивать продажи без промоутеров, делать пиццу без пиццеров, осуществлять доставку без специалистов доставки и эффективно управлять командой без менеджеров, замов и, конечно, директоров? Сегодня с нами работают уже более 150 человек. Я вдохновляюсь успехом своих сотрудников. Я испытываю нереальное удовольствие, когда понимаю, что сотрудник, всего полгода назад пришедший к нам простым водителем подработать, сейчас уже успешный менеджер или директор ресторана. И еще я всегда учусь чему-либо у своих коллег. Перед собой я всегда ставлю сложные, но выполнимые планы. За последний год мы приросли с одного ресторана до 12. На данный момент мы перевыполнили свою цель, так что самое время ставить новые. Evgeny is one of our first franchisees, and when he started on the business, he had a lot of questions. He really wanted to understand the business model, and definitely it wasn't easy at the very beginning. He started in the Nijiye Garotskaya store, and he tried many things until he really increased the store volume to the high volume levels. And he really got into the business, he really understand the details, he really was managing his team very well. And now, Evgeny has become one of the most successful franchisees in Domino's Russia. Right now, the stores that he's running are breaking records after records because of his successful management. Ориентироваться на результат. Вот чему я научился в Domino's. Мы понимаем, чего хотим достичь по показателям ресторана, компании и атмосфере внутри. Мы пробуем одно, другое, третье, понимаем, что дало нам результат, и масштабируем наш опыт.